Опасность стоят не только водоемы, но и овраги, в которых скапливается талая вода. Трагический случай произошел вчера в Шамуршинском районе. Там утонула девочка 10 лет. Причину пока, конечно, сложно сказать, какая конкретно была. Такие печальные случаи, когда дети гибнут, это трагедия целая для семьи, для всех, получается. Поэтому хотелось бы, чтобы сейчас, прежде всего, родители, ну и преподаватели заостряли внимание детям вот в этот период, потому что ледостав идет интересно, забавно, где-то подпрыгнуть, прокатиться и все прочее. Ни в коем разе этого нельзя делать на реках. Ну и на пруды выходить сейчас категорически запрещено. Самое главное, наверное, еще раз сказать, уважаемый классный руководитель, поработать с родительской общественностью, предупредите, что снег очень быстро тает, предупредить всех учащихся, чтобы они не посещали эти водоемы, не играли вблизи водоемов, и всегда дети были под присмотром.